Привет, друзья! Сегодня на моем канале будет первый мой влог. Видите, я одетая. Я сейчас иду в одно отделение Новой Почты, где я смогу получить подарки от торговой марки Торчин. Если вы с Украины, то вы знаете, что сейчас торговая марка Торчин проводит такую акцию. Если вы покупаете ее продукцию, вы отрезаете правые такие уголочки, и вы можете поменять на подарки. Это была такая реклама. Вот я, так, мы дома собрали там пару таких уголочков, и вот я хочу пойти посмотреть, смогу я что-то поменять или нет. Там есть такие достаточно неплохие гаджеты на кухню, а так как я люблю очень готовить, и я бы хотела там взять пару таких, ну, там пару таких гаджетов. Не знаю, конечно, получится, не получится, но иду посмотрю. Когда я буду подходить к Новой Почте, я еще вам сделаю один репортаж. Ну, посмотрим, или смогу я сделать в середине. То не кругом разрешает снимать. Ну, так что посмотрим. Видите, я с собой беру свой рюкзачок, свой, который я заказывала. Если вы видели мое предыдущее видео, знаете, я заказала себе вот этот джинсовый, видите, рюкзачок. Кто не смотрел, посмотрите. Рюкзачок очень зачетный, так что можете себе заказать. Ссылочка там есть в видео. Так что, друзья, встретимся где-то через час. Я сниму очередное видео, где я буду возле уже Новой Почты. Смотрите дальше. Друзья, я же сейчас возле Новой Почты. Жду 4 часа, когда начнется обмен от Торчин. Я уже просто очень быстро пришла. Уже больше 40 минут жду на улице. Сейчас сильный мороз. Я уже совсем стала здесь сосулькой. Ну, осталось еще немножко, еще 15 минут. Так что мы зайдем в серединку и потом посмотрим, что у нас получится поменять, на какие подарки. Так что до встречи в середине. Привет, друзья! Я уже пришла домой, поменяла свои подарочки от Торчина. И вот какие подарочки я взяла. Я взяла сумку. Вот, видите, сумка. Сумка очень большая, тряпочная от Торчин. Взяла вот такую кухонную прилежность, такая шумовка, или как она называется правильно. И взяла вот такой лоточек, видите, на 2 литра, средненький. Это все подарочки. Как раз я взяла по те, ну, купончики. Не купончики, а вот эти штучки, которые у меня были. Ну, которые я отрезала от разных кетчупов, майонезов, приправ и от другого. Там можно было поменять по одному призу с каждой категории. Это были 3 категории. Получается, сумка 10 за 10 таких штук. Судочек за 7 надо было уголков, и вот эта шумовка за 5. И мне как раз было 22 уголочка, и вот я поменяла. А, еще к этой сумке там еще книжечка шла, но книжечку уже там родственники взяли почитать. Вот, друзья, вот такой у меня сегодня был мини-влог. Вот такие я сегодня меняла подарочки от Торчина. Если вы живете на Украине, тоже собирайте, участвуйте. Очень прикольный конкурс. И надеюсь, я там еще заполнила анкету. Там можно было заполнить. Если хочете еще выиграть приз, там денежку, 1500 гривен на разные подарочки, за которые можно купить там в магазине на эту сумму. Или можно выиграть еще поездку в Италию. Конечно, я очень хочу. Я просто пришла с улицы, я так замерзла, что даже говорить не могу. Я еще не отошла. Ну, хотелось бы, конечно, выиграть путевочку в Италию, потому что я очень люблю путешествовать, очень люблю разные ехать.
Но я влоги не снимала, но я уже во многих городах. Я была и за границей в разных странах, но что-то никогда не снимала. Ну, хотелось бы куда-то сейчас поехать или выиграть, чтобы поснимать и вам показать. Очень хочу. Надеюсь, что все-таки удача будет на моей стороне, и я выиграю путевочку в Италию. Так что если выиграть, то вас будет ждать очень много интересных влогов. Я постараюсь вам показать все-все, что можно. Так что вот такой у меня сегодня был мини-влог. Не судите меня строго. Это только, как говорят, я учусь только. Ну, надеюсь, в следующий раз будет лучше. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока-пока.